Этот камень заблокировал мой снаряд на краю скалы. Его заклинило. Понадобится рычаг, чтобы сдвинуть его. Лунный фрукт. Он съедобен? Мне очень хочется попробовать его. Неплохо. Хочется заняться кулинарными экспериментами. Посмотрим. Я мог бы взять два разных лунных фрукта и приготовить их в одном горшке. Тогда их вкус смешается. Ну так для этого сковородку надо освободить. Эти консервированные продукты довольно вкусны. Так. Сковородку освободили. Продукты. Их можно по три брать. Опля! Я едва не полетел вверх тормашками. Мне не стоит забывать, что теперь я вешу в 6 раз меньше, чем на земле. Я могу совершать невероятные прыжки, но если буду неосторожен, то могу сломать себе шею. Фрукт. Это мефития, а это странгулика. Такие лунные названия. Ладно, поехали дальше. Какой невероятный прыжок! Мне показалось, что я не прыгаю, а лечу. Осторожно! Если я пойду вперед, то неизбежно подвергнусь нападению. Должен быть способ успокоить это агрессивное растение. Так, желтый, а на нем красный, а тут зеленый. Хорошо, примерно запомним. Еще лучше запишем. Так, ну что, начинаем прыгать. Облетим весь остров. Так, здесь у нас красно-зеленая. Слишком длинный прыжок. Так, вот он стоит. Селенит. Я стою на монументе из темного камня в центре кратера, затянутого туманом. Какой невероятный пейзаж! Боже! Я узнаю этот кусок металла! Эта алюминиевая пластина защищала иллюминатор в полу моего снаряда. Вскоре после старта я открутил ее, но в космическом вакууме она продолжала двигаться параллельно траектории снаряда.
Хотя я отделил ее от капсулы, она продолжала двигаться своим курсом и в конце концов упала сюда. Я мог бы найти все предметы, которые выбросил после старта. Так. Так, а ну-ка. Символы. Пища. Жизнь, помощь, дружба. Идти, приходить, входить. Трактат о символах селенитов. Пока только три символа изобретения. Пока только два следствия. Так, следствие. У меня тут еще три пробела. Ну, надеюсь, я их выясню. Стакан бы мне не помешал. Ага. Значит, это водичка. Стакан вина. Ну что, выпьем. Это вино великолепно. И наберем стакан воды. Пища у нас тут в последней ячейке. Тут у нас порох, рафия. Так, сюда попадают предметы. Металлическое покрытие, защитный экран. Будет бесполезен, если его не удастся выпрямить. Хорошо, пусть пока тут полежит. О, икать начал икать. Выпить стакан воды надо. Стакан воды – лучшее средство, чтобы прочистить желудок. Ну и запастись обязательно. Икота прошла? Прошла. Застряла. Нужен жир или масло? Этого у меня достаточно. Понятно. Ракушки. Значит, на Луне есть океан. Или, по крайней мере, был. Я набрал немного этой мягкой почвы в раковину. Она производит впечатление плодородной. Мне уже хочется...